my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You dig that? They wanna know a thing about. Всем привет, друзья, с вами Дмитрий, вы канал Ninja Gamer. И сегодня я вам покажу прикольный клоновой игры Fortnite на Android. Также ссылка на клон будет в описании обязательно, скачивайте. Это, можно сказать, так тренировочная игра, когда вот выйдет Fortnite на наши мобилки Android, чтобы вы уже были накачанные чуваки. Давайте я вам покажу, короче, есть выбор оружия, например, вот я могу поставить... Пока не очень большой выбор, конечно, но разработчик говорит, что скоро его добавят. И это еще не все оружие, то есть, видите, его много тут, да? Также есть режимы игрок против ботов, Battle Royale, но там тоже никого нету. Rocket Ride, это уже с чуваками. Бесконечная битва тоже с чуваками. И билдинг, но ее еще не добавили. Поэтому, что тут есть еще? Какая-то фигня, я точно не знаю. А сколько всего может быть ботов? Например, я советую ставить 30, потому что если у вас 100, у вас телефон умрет. И игровое время 15 минут. Вот мод есть. И еще камера. И графика. Если у вас сильно лагает, советую поставить на мобилку. Чтобы, потому что игра еще не под все мобилки оптимизирована. У меня вообще она отлично идет. Вот, давайте поиграем, покажу. Что тут есть интересного такого? Что у меня там собаки нывают? Сейчас, вот, смотри. То есть вот, люди, у нас такой скин дурацкий, дефолт, можно сказать. Просто легко. Я вам говорю, почти сама не играю, просто она нам нужна, потому что Fortnite пока на Android нет. И так стрелять. Конечно, есть немного подлагивания, типа микрофрезы, но то думаю, FPS 50 у меня точно. Не 40, конечно. А стрелять можно двумя способами. Двойным нажатием по вот этому месту правому снизу. И если вот так нажать прицел, нормально стрелять на кнопку. Надеюсь, еще скоро добавят в игру режим, чтобы можно было изменить порядок кнопок. Потому что мне лично такое не нравится. Я бы вот поставил такие две кнопки стрельбы и сделал бы, короче, как в PUBG Mobile. Также тут есть RPG, но я даже на нем летал один раз, ребят, то есть понимаете, да? На RPG. Ну, типа тут, конечно, все еще не доработано, но игра, так сказать, не официально уже разработчиком. Также скоро у нас... Вот, видели? Что за what the fuck? Ну, да, вы видели все сами своими глазами. Я полетел на ракете. Интересно, куда они улетают? А также и в этой игре есть отдача, что очень приятно на самом деле. Вы что, видите? Типа, поднимается, конечно, прицел. И идет разнос. Есть другой ток. Хотя, конечно, еще бы графику немного реально получше сделать. И перезарядку снайпер, потому что она слишком долго перезаряжалась. И она невозможно неудобная. Лично для меня. Так мы уже есть режим преследы, а прыгать. Я вам еще могу показать. Это все режимы. И все, в принципе. Вообще удобно играть на телефоне в это калище. Возможно, мне придется научиться играть вот так двойным тапом по экрану. Поэтому, ребят, давайте наберем 5 лайков по этим видосам. Я скину ссылочку на игрушку. И вы ее скачаете. И будем, короче, влюбиться в нее. И ждать новых обновлений. С вами был Дмитрий. Вы на канале Ninja Gamer. Всем удачи и всем пока.